Зрители моего канала уже должны были хорошо знать, что есть такой Прокопий Кесарийский, точнее был, ну как сказать, был, как физический человек Прокопий Кесарийский был, как исторический источник Прокопий Кесарийский был, есть и будет. И вероятнее всего его еще будут изучать и в последующие столетия. Таков удел тех, кто вложили существенный вклад в науку в свое время хотя бы в меру своих сил. Так или иначе, был, есть и будет Прокопий Кесарийский, и существует его труд, в частности, его книги «Первая и вторая. Война с вандалами». Я бы на самом деле вторую книгу назвал бы «Война с Маврусиями и всевозможные римские внутренние заговоры». Но так или иначе, как уж называется, так уж и называется. Тем не менее, даже в этих источниках есть ряд важных сведений о славянах и гуннах. Поэтому сейчас предлагаю осмыслить, что там есть интересного и важного. Цитирование произвожу по, соответственно, изданию «Прокопий Кесарийский. Война с персами, война с вандалами. Тайная история. Москва. Наука. 1993 год». Текст Чекалова А.А. 1993 год. Ну, соответственно, издательство «Наука» 1993 год. Можно еще проанализировать имена тех вандалов, которые есть в тексте и других, но это будет отдельно. Пока буду цитировать некоторые цитаты, где упомянуты гунны, и давать свои понимания. Также призываю к совместному осмыслению этих данных, поэтому можете писать свое понимание к той или иной цитате. Итак, книга первая, параграф второй, соответственно, абзац первый. Когда на Западе царствовал Гонорий, варвары захватили его землю. Кто они были и как они это совершили, сейчас будет рассказано. Два. В прежние времена готских племен было много, и много их и теперь. Но самыми большими и значительными были из них готы, вандалы, визиготы и гепиды. В прежние времена, правда, они назывались савроматами и меланхленами. Некоторые называют эти племена гетами. Три. Все эти народы, как было сказано, отличаются друг от друга только именами, но во всем же остальном они сходны. 4. Все они белы телом, имеют русые волосы, рослые и хороши на вид. У них одни и те же законы, и исповедуют они одну и ту же веру. 5. Все они ариане и говорят на одном языке, так называемом готском. И, как мне кажется, в древности они были одного племени, но впоследствии стали называться по-разному, по имени тех, кто были их вождями. 6. Этот народ издревле жил по ту сторону Истра. Затем гепиды заняли местность вокруг Сингидуна и Сирмия, по ту и другую сторону реки Истр, где они пребывают и в мое время. Так Прокопий Кесарийский кратко
рассказывает свое понимание о истории и сущности происхождения, по сути дела, основной ветви европейских народов. Потому что, если обратить внимание, то, по сути, кроме кельтов, иверов, италийцев, этруссков, македонян и греков, все остальные тут упомянуты. По сути. Все остальные это кто? Это, собственно, германцы и славяне. Так называемые германцы и так называемые славяне. Правда, тогда они еще не были разделены. Также, конечно же, славяне не были разделены, в общем-то, на восточных, западных и южных, как это есть сейчас. Он знает, что в древние времена существовал народ сарматов и существовали меланхлены. Меланхлены – это династия, которая когда-то имела обширные владения, в первую очередь на территории Северной Украины. В каких-то случаях их владения склонялись к западу, но не сильно далеко. Чаще всего их владения склонялись на восток. Иногда считалось, что они как бы ответственны и являются чуть ли не доминирующей династией из, собственно, княжеских династий, даже в Искрастане, поскольку сам по себе Искрастан – это жреческая столица, но какие-то князья там тоже нужны, поэтому почему бы этими князьями не быть меланхленом? Это было так не всегда, и все сложнее, чем сказать, что так как бы было и так и есть. Но так или иначе, иногда такое было. Также иногда меланхлены простирали свои владения даже очень далеко в Азию. Поэтому, конечно же, меланхлены владели и многими территориями, на которых позднее расселялись славяне, и, собственно, руководили теми народами, которые позднее станут известны как славяне и как, собственно, все эти германцы. Сарматы, я думаю, понятно, потому что это предки, в общем-то, аланов, предки языгов, предки многих других, тех, кто так или иначе тоже поучаствовал, и предки гунов, в частности, многих тех, кто поучаствовал в истории Римской империи. Готы. Да, это те, кто ранее были известны как гетты и проживали на территории Дакии, нынешняя Румыния. Они там проживали, римляне согнали их с насиженных мест, они рассредоточились по территории расселения славян. Одна из их династий с территории, видимо, Скандинавии, позднее пришла, собрала их и повела на союз с Анской державой и на войну с Римской империей. Потом, правда, и в Анской державе были свои изменения, у них были свои изменения, их пути с Анской державой разошлись. В основном пути готов, раскол готов случился по причине вероисповедания. Конечно, да, среди готов издревле были знатные рода, и так получилось, что на то время знатнейшими родами считались так называемые амалы. Это династия, связанная с меланхленами, то есть отросток от меланхленской династии, по сути дела. И, соответственно, балты. То есть династия так и называлась балты. Если почитаем Гетику Йордана, там он переводит слово «балты» как «отважные», собственно, что соответствует этому названию. Дальше готы Германариха и Венитария приняли христианство, а, соответственно, другие готы не приняли христианство.
И так готы разделились на остготов и визиготов. И поэтому, собственно, часть этих готов, восточные готы, остались верны гуннам и долгое время были, исповедуя, в принципе, родноверие свое, были в составе гуннской державы. А западные готы стали рьяными приверженцами арианской ветви христианства. И вот в таком состоянии пришли на территорию сначала своей былой прародины Дакии, устроили там переполох и позднее пошли дальше, поскольку Римская империя решила, что они очень качественные воины и можно использовать их как во внутриусобных конфликтах самой Римской империи, так и, допустим, на каких-то перифериях и так дальше. Поэтому они пошли дальше, поэтому они со временем свое государство организовали уже на территории Италии. Арианство, да, было популярно у многих европейских народов тогда. По какой-то странной причине термин «арианство» несколько похож на этноним аланов, арьянов, собственно. И я тут не знаю, что первично. То ли просто это была ранняя версия христианства, и чтобы как-то отделить ее от поздних трактовок, ее назвали по названию тех народов, которые ее исповедовали, или правдива та история, которую рассказывают христианские деятели о том, что она названа в честь соответствующего, собственно, религиозного деятеля. Там уже черт ногу сломит во всех наслоениях византийствующих трактовок и перетрактовок истории. Поэтому так или иначе разобраться там не так-то и просто. Прокопий говорит, что народ этот некогда был единый, что начали называться по-разному они в честь своих правителей. Видим мы это у славян? Видим. Какие-нибудь княгини Древа Скрева Полева, Кище Кихарив, Краклях и так дальше. То есть, да, народы, какие-то ветви этих народов прямо называются в честь того или иного правителя, который когда-то правил этим народом. Дальше, Прокопий говорит, что у них язык некогда был один. И тут даже особо не лезя в индоевропейское языкознание, сравнительное языкознание и все такое, скажу простой факт. Дальше у Прокопия описывается, что аланы, то есть сарматы, объединились с вандалами. Вандалы – это ответвление венедов. Они пришли на территорию Римской империи, считайте, с территории нынешней Польши. Аланы пришли с территории Кубани и Восточной Украины. И вот вандалы и аланы смогли настолько хорошо найти общий язык, что позднее взаимоассимилировались и стали единым народом, с которым дальше византийцы и будут воевать, собственно, в этой самой книге «Война с алан... война с вандалами», точнее. Поэтому, да, базовое впечатление Прокопия Кесарийского о славянских народах, которые он описал, в принципе, верно. Поэтому еще раз его зачитаю и вообще считаю, что можно его считать, ну, пожалуй, одним из основоположных, и надо бы его изучать и в школах, и альтернативщикам, и всем остальным, и тем, кто выдумывает, что Русь пошла там чуть ли не от Кирилла и Мефодия, и тем, кто выдумывает ядерную войну в 19 веке и все остальное. Потому что, как бы, Прокопий-то жил полторы тысячи лет назад. Ну и, конечно же, он что-то знал, что было известно еще в его время. Поэтому книга первая
2.1. Когда на западе царствовал Гонорий, варвары захватили его землю. Кто они были и как они это совершили, сейчас будет рассказано. 2. В прежние времена готских племен было много, и много их и теперь. Но самыми большими и значительными из них были готы, вандалы, визиготы и гепиды. В прежние времена, правда, они назывались савроматами и меланхленами. Некоторые называли эти племена геттами. 3. Все эти народы, как было сказано, отличаются друг от друга только именами. Во всем же остальном они сходны. 4. Все они белы телом, имеют русые волосы, рослые и хороши на вид. У них один и тот же закон, и исповедуют они одну и ту же веру. 5. Все они ариане и говорят на одном языке, так называемом готском. И, как мне кажется, в древности они были одного племени, но впоследствии стали называться по-разному, по именам тех, кто были их вождями. 6. Этот народ издревле жил по ту сторону Истра, Дуная. Затем гепиды заняли местности вокруг Сингидуна и Сирмия по ту и другую сторону реки Истра, Дунай, где они пребывают и в мое время. А книга первая, часть четвертая, абзац 24. Конечно, Максим чрезвычайно огорчен этим происшествием и тотчас же принялся замышлять нечто против Василевса. Видя, что Аэций возымел исключительную силу, так как он только что одержал победу над Аттилой, вторгшимся с огромным войском массагетов и других скифов, пределы римской державы. Он подумал, что Аэций окажется препятствием в задуманном им деле. То есть тут говорится, что Аттила вторгся с огромным войском массагетов и других скифов. Не говорится, что он вторгся во главе орды китайцев. Итак, книга 1, 4, 9. Из всех них один Соломон был родом с востока, с самых крайних пределов Римской империи, где теперь находится город Дара. Эган родом был из массагетов, которых теперь называют гуннами. Ну и если про Соломона сказано, что он родом с Крайнего Востока, про Эгана не сказано, что он родом с Крайнего Востока. То есть по географическим указаниям Прокопия, скорее Соломона можно считать китайцем, чем Эгана. Глава 9, абзац 12. Ими, гунами-массагетами, командовали Синний и Валла, весьма одаренные храбростью и твердостью характера. 12.8. Два массагета в состоянии крайнего опьянения убили одного из своих товарищей, посмеявшегося над ними. Массагеты больше других людей любят крепкое вино. Обвинение скифов в пьянстве характерно еще древним грекам. Почему так? Да потому, что греки, как правило, контактировали только с деградировавшими скифами, которые уже не придерживались ведической культуры. И, естественно, когда они
не научившись, так сказать, еще пить, ведь греки, они научились культурно деградировать, они научились умеренно деградировать, они научились деградировать себе в удовольствие. А тут человек жил в одной среде, попал в другую, как бы ему наливают, а он тогда думает, а зачем это разбавлять, когда можно сразу. Поэтому да, скифы в эллинской среде очень часто спивались. И ровно это же замечено за так называемыми гуннами массагетами времен Прокопия Кесарийского. Глава 17.3. Союзным же массагетам он велел продвигаться слева от войска, на таком же или немного большем расстоянии. 18.3. Если бы Велизарий организовал поход, не приказав Иоанну идти впереди войска, а массагетам двигаться на левом фланге войска, нам невозможно было бы спастись от вандалов. 18.12. В это же самое время Гибамунд со своими 2000 прибыл на равнину Галлон, которая отстоит от Децима на 40 стадий влево от дороги, ведущей в Карфаген. Место совершенно пустынное, безлюдное, без деревьев и безо всякой другой растительности, поскольку соленая вода не позволяет здесь родиться чему-либо другому, кроме соли. Тут они наткнулись на гуннов и были все истреблены. Кстати, да, гунны воинственные истребляют, но почему там соленая вода, как вы думаете? А дело в том, что когда римляне победили Карфаген, вот тот истинный древний Карфаген, они его срыли под основание и засыпали местность солью. Поэтому новый Карфаген там был уже построен чуть в стороне от древнего Карфагена. 18.13. Среди массагетов был человек, отличающийся исключительной храбростью и силой, но командовавший небольшим отрядом. От отцов и предков он получил почетное право первому нападать на врагов во всех походах гуннов. Еще раз процитирую. Среди массагетов был человек, отличавшийся исключительной храбростью и силой, но командовавший небольшим отрядом. От отцов и предков он получил почетное право командовать нападением на врагов во всех походах гуннов. То есть он первый нападает во всех походах гуннов. 14. Любому другому массагету было запрещено первому нападать в сражении или убивать врага, прежде чем кто-либо из этого дома начнет бой с неприятелем. 15. Когда войска противников оказались недалеко друг от друга, этот человек, погнав коня один, остановился вблизи войска вандалов. 16. Вандалы, то ли поражены его отвагой, то ли подозревая коварную уловку со стороны врагов, не решились двигаться с места и поразить этого человека. 17. Думают, что они, никогда не испытав массагетов в бою, но зная понаслышке, что это племя очень воинственно, попросту устрашились опасности. 18. Вернувшись к своим соплеменникам гуннам, этот гунн сказал, что Бог послал им этих иноплеменников как готовое праздничное угощение. Здесь много всего, не буду все анализировать, остановлюсь на двух факторах. Первый – это то, что Прокопий в тексте пишет «гунны», в другом случае, где он должен написать гунны, он пишет массагеты. Этим он как бы приучает читателя к тождественности гун массагет.
Также он упоминает традицию, которая существовала у многих знатных родов сарматской династии, которые потом перекочевали даже во времена Киевской Руси. И Святослав Игоревич, когда будет идти киевское войско в поход отмщения за князя Игоря, Святослав Игоревич первый метнет копье во врага, потому что таков обычай. Он, как представитель княжеского рода, первый должен это сделать. Видимо, тут такая же история. Видимо, может быть, конечно же, естественно, конечно же, это род не такого калибра, как Рюриковичи, но все равно какой-то знатный род, который, видимо, ввиду каких-то тяжелых обстоятельств или предательства перешел на сторону византийцев. Как будет сказано потом, возможно, они попросту обмануты. Но так или иначе, они уже в составе федератов византийского войска. Однако они соблюдают родовой обычай, и сначала именно этот человек должен начать битву первый, как-либо ударить по врагам. Обычай – обычай. Ведический – ведический. Был в древности во времена скифов, был и во времена Киевской Руси, снова же был. Глава 19. Кроме того, все это время мы, ромеи, воевали с персами и скифами. Вандалы же с того времени, как завладели Ливией, не ведали ни одного врага, если не говорить о наких маврусиях. Тут Прокопий, кстати, этих маврусиев представляет как совсем уж голых голозадых дикарей, которые ни на что не способны. Вся вторая книга «Войны с вандалами» у Прокопия Кесарийского в реальности посвящена уже не вандалам, а именно войне с маврусиями. А если римлянам с этими маврусиями пришлось так тяжело управляться, значит, все-таки и для вандалов они не были такими уж как бы легкими, такой уж легкой добычей. Тем не менее, раньше можно было видеть, что Прокопий пишет, что Аттила вторгся с армией скифов и массагетов. И тут упомянуто, что византийцы воевали со скифами и персами. Персы – это понятно кто. Хотя, знаете, вот с Персией тоже есть вопрос. Потому что если читать историю, они описывают Персию времен Дария. Потом, конечно же, Селевкидская империя заменяет Персию. Потом появляется Парфия. И в греко-римских источниках Парфия также уже именуется Персией. Потом возникает Сасанидский Иран, так называемый. Потом уже возникает мусульманский Иран. Туда уже вторгаются и тюрки, и арабы, и кого только не лень. И вот в нашей истории, официальной трактовке истории, все равно эта территория называется Персией и называется Ираном. Ни для кого из обычных людей, ни для кого из историков не является удивительным, что как бы ковры персидские, там еще что-нибудь персидское, а страна называется коты персидские, а страна называется Иран. Как бы. И знают, что да, Персия – это Иран, Иран – это Персия. Можно также провести аналогию гунны-массагеты, гунны-скифы. Можно провести аналогию Восточная Римская империя – Византия. Восточная Римская империя – Византия. Ну и, в общем-то, да. Из такого же ряда существует аналогия, которая звучит как «Русь-Украина», «Украина-Русь». Тем не менее, возвращаясь к Прокопушке, 19-18. «Пока они спорили между собой, варвары под предводительством самого Гелимера приближались к ним».
Они двигались дорогой, которая находилась между той, по которой шел Велизарий, и той, по которой шли массагеты, сражавшиеся с Гибамундом. 33. Отряд Иоанна и массагеты в сумерках вернулись к нам, узнав обо всем, что случилось, и сами рассказав о своих действиях. Они вместе с нами заночевали в Дециме. Книга 2, 1.6. Гунны и раньше не обнаруживали большой преданности делу римлян, так как прибыли к ним союзниками не по доброй воле. Они не раз говорили, что римский стратег Петр дал им клятву и таким образом заманил Византию. Впоследствии же сам ее нарушил. Если читать обе, даже эти только лишь книги Прокопия Кесарийского, увидим, как византийцы от мала до велика, от какого-нибудь фиг пойми кого до Василевса, готовы давать клятвы о неприкосновенности, дружбе, мире, любви, жвачке, а потом нарушать и убивать, и резать безжалостно, беспочвенно. Просто убивать, просто захватывать. Так что, как бы, что удивляться, что и гуннов этих обманули. Гунны, обычные славяне, они думали, что они договариваются как со своим. Они думали, что договариваются с человеком, который держит слово, который сказал, сделаю так, вот сдохнет, но сделает так. А если поклялся, что сделает так, то если он сдохнет и не сможет сделать, то он передаст это в качестве завещания своим родичам, и они уж точно сделают так. Таковы обычаи, таковы нравы у славян, у последователей ведической культуры. Таковы нравы разные греки, римляне и другие фиксируют за скифами буквально чуть ли не с начала истории. И мы, украинцы, подтвердили, что мы соответствуем этому. Потому что, получив Будапештский меморандум, мы подумали, ну так все ж, у нас же ж меморандум. Мы же теперь вообще как бы под защитой всех и сразу. И кто ж тогда на нас нападет, если все нас защищают? Все же, наверное, вообще между собой еще передерутся, чтобы кто нас первый защитит-то? Может, мы вообще, не знаю, тендер будем устраивать, чтобы нас защищали самые лучшие из тех, кто отзовется. Нам же ж все подписали, что Будапештский меморандум. Ага, Айрефия подтерлась нашим меморандумом. Да, и, в общем-то, западные страны не сочли для себя этот меморандум достаточным обоснованием, чтобы официально заявить Айрефии «не лезь». И не будет чем лезть. Так что так, мы и есть мы. Такие, как мы были там 3-2 тысячи лет назад, 1,5, как зафиксировал Прокопий Кесарийский. Такие, к сожалению и к счастью, мы и сейчас. 2.1.9. Что же касается массагетов, то ежедневными подарками, угощениями и всякого рода лестью он склонил их к тому, чтобы они рассказали ему об обещаниях Гелимера, если они предадут во время сражения. 10. И варвары признались, что у них нет никакой охоты принимать участие в битве. Они говорили, что боятся, как бы после победы над вандалами римляне не отказались отправить их назад в родные места, принудив их состариться здесь, в Ливии, и окончить тут своих дней. Да и что касается добычи, у них большие сомнения, как бы римляне не отняли ее у них. То есть да, если поначалу они поверили, черт знает кому, понадеясь, что это человек, то хорошо познакомившись с этими ребятами, они уже сомневаются во всем.
А потому что, да, а потому что иначе никак. 2.1. Произнеся такие слова, Велисарий в тот же день выслал вперед всех всадников, кроме 500 щитоносцев и знамя, которое римляне называют бандум, он поручил Иоанну Армянину, приказав, если представится случай, вести перестрелку. 2. А сам он на следующий день последовал за ними с пешим войском и с 500 всадниками. 3. Массагеты же, посоветовавшись между собой, решили делать вид, что они честно держатся своего обещания, данного как Гелимеру, так и Велисарию. Но сражение на стороне римлян не начинать и до выяснения дела не нападать на вандалов. Когда же положение того или другого войска окажется плохим, тогда вместе с победителями напасть и преследовать побежденных. Вот каково было тогда решение варваров. Как по мне, учитывая все, что византийцы сделали против них и против других, зная лживость самих византийцев и зная, что тут или, так сказать, сам каким-нибудь путем их это самое, или они тебя потом со всех сторон это самое. Поэтому да. Поэтому тут их прекрасно можно понять. 3.16. Видя это, массагеты, согласно бывшему у них уговору, начали преследовать вандалов вместе с римским войском. 5.7. Гунны же все выстроились в другом месте. Они и прежде имели обыкновение не смешиваться с римским войском. А тогда, имея намерение, о котором сказано выше, они не захотели становиться в ряд с остальными силами. 13.2. Случилось так, что начальником гарнизона, несшего охрану крепости в Центурии, был Алфия. Горя желанием отнять у неприятелей некоторых пленных, он вышел из укрепления не более чем 70 гуннами, составлявшими его охрану. 23.3. В это время начальником всех войск Бизакии был Гимерий из Фракии. Это несколько не о гуннах, но все равно в ту же степь гунны, геты, вандалы, славяне. Гимерий из Фракии. А если бы это было производное от греческого имени Гомер, в честь греческого сказателя, его бы и назвали Гомер. Если бы это было название кимерийцев, зафиксированное в греческой традиции кимерийцы или кимвры в римской традиции, так бы его и назвали. Но его имя Гимерий, что свидетельствует о автохтонной фракийской традиции, в которой существовало данное имя. Видимо, он происходил из фракийской знати, фракийской родовой знати, которая хранила свои родовые имена еще с кимерийских времен. Такая трансмутация имени кимерийцев, кимвронов, в Гимерии зафиксирована была когда-то еще и у шумеров, и у вавилонян, у ассирийцев и ряда кавказских народов. Даже у нынешних кавказских народов есть гимеры, гимры, гимераи, гмерти и все, что на это похоже в ряде грузинских и осетинских источниках. Поэтому неудивительно, что и во Фракии имя кимерийцев мутировало таким путем. 24.1. При таких обстоятельствах Василевс направил в Ливию другого полководца Ариовинда с немногими воинами,
воинами. Ариавид был из числа сенаторов и знатен родом, но в военном деле был весьма неопытен. Два. С ним он послал в качестве епарха Афанасия, только что прибывшего из Италии, также небольшой отряд армян под началом Артавана и Иоанна. Сыновей Иоанна родом они были аршакиды. Недавно покинув персидское войско, они вместе с другими армянами добровольно перешли к римлянам. Вместе с Ариавиндом прибыли его сестра и жена Преекта, дочь Вигилянции, сестры Василевса Юстиниана. То есть речь идет о том, что, соответственно, римляне, так называемые, то есть византийцы, тогда любили затаскивать в число своей знати, соответственно, представителей окружающей знати, представителей исконной знати, другими словами, представителей законной знати. В данном случае видим, фракиец Гимерий присутствует, гуннская элита присутствует. Можно было бы подумать, как бы, что еще надо? Оказывается, надо. Присутствует еще не кто-нибудь, а вообще аршакиды. Это также очень знатная династия, знатный род. И кроме того, присутствует Алана-Готская династия Ариавиндов вот этих. Эти Ариавинды, разные их поколения упомянуты как служители, в общем-то, Восточной Римской империи, достаточно знатные. Флавий Ариавинд, Доголофей Ариавинд был известен как византийский политик и консул в 506 году. Флавий Ариавинд, как полководец Византии, также в V веке был известен. Флавий Ардавур Аспар, их родственник, был известен. То есть это также знать. Это знать, которая пусть и как бы не становилась базилевсами, но весьма была сроднена с византийским престолом. Вот так византийский престол, чтобы упрочнить себя, делал манипуляции. Например, им хотелось бы, конечно же, чтобы Иодакр в свое время короновался, и отчасти они, когда уже у Иодакра дела пойдут совсем плохи, он в переписке с Византийской империей достигнет некого компромисса и коронует по римскому обряду своего сына в Цезаре. Им было бы лучше, если бы он не отсылал на самом деле в Константинополь императорские регалии, а если бы он сам попытался их примерить на себя. Казалось бы, почему? А на самом деле все просто. Потому что если бы он принял на себя их регалии, он показал бы как бы превосходство их законодательства, их обычаев, их традиции над своими родовыми. И тогда, когда бы его не сложили, соответственно, они добавили бы его корону, собственно, также к византийскому престолу. В труде Прокопия описано, как они добавляли вандальские регалии к своему престолу, как они заставляли вандальских правителей кланяться Базилевсу и осуществляли обряд перенятия царственности у вандальских правителей на Базилевса. И подобное они проводили и со всеми другими. Выдавая царские регалии вождям маврусиев, они также, как бы давая им царственность, давая им право царственности, они этим не разбазаривали царственность свою,
они этим лишь показывали себя как источники царственности. То есть они себя таким путем ставили даже не то что на порядок, а на несколько порядков выше, чем вожди Маврусиев, соответственно. Ну и кроме цитат о гуннах и обо всем этом, приведу пару цитат про самих вандалов и аланов. Книга 1, 3.1. «Вандалы прежде жили около Меотиды. Страдая от голода, они направились к германцам, называемым теперь франками, и к реке Рейну, присоединив к себе готское племя аланов. 2. Потом, двинувшись оттуда под предводительством Годегискла, они поселились в Испании, которая является первой страной Римской империи со стороны океана. Тогда Гонорий заключил соглашение с Годегисклом о том, что вандалы будут жить там, и не причиняя вреда стране. 17.7. Проходили мы в день по 80 стадий и до самого прибытия в Карфаген. Останавливались на ночлег либо в городах, если это удавалось, либо в лагере. Таким образом, через Лепту и Гадрумент мы приблизились к местечку Грасу, отстававшему от Карфагена на расстоянии 300 стадий. 9. Там находился дворец правителя вандалов и самый прекрасный из всех известных нам парк с садом. 10. Он обильно орошался источниками и имел очень много различных деревьев. Все деревья были полны плодов, так что каждый солдат поставил свою палатку среди фруктовых деревьев, ел до пресыщения фрукты, к тому времени уже созревшие. Но было незаметно, что количество плодов, чтобы количество плодов от этого уменьшалось. В общем, описывается, с одной стороны, происхождение вандалов, с другой стороны, страна вандалов. Насчет страны вандалов все плюс-минус просто. Вандалы когда-то поселились начально на территории Испании, но позднее, когда на территории Северной Африки один из узурпаторов Западной Римской империи попытался узурпировать там все и перекуролесить под себя, в общем-то, буквально по просьбе западного римского гесперийского императора, вандалы пришли там наводить порядок. И они навели порядок, и как бы и навели, и остались там, ну, как те, кто навели порядок, и, ну, а почему бы нет, собственно? Если так делали и до них, и после них, они захватили, они справедливо завоевали эту территорию. Причем прибыли они туда по приглашению. Поэтому их можно считать как некий миротворческий контингент союзной римской армии. Поэтому как бы они полностью там законно на всех основаниях. По праву сильнейшего, поскольку они победили того, кто там был, по праву того, кто пришел наводить порядок, и по праву того, что их туда пригласили предыдущие, в общем-то, законные владельцы тех территорий. А если уж касаться вопроса, что до них там как бы господствовали римляне, типа это Римская, так можно вообще сказать, что когда-то там были еще карфагеняне. Поэтому как бы оно или не принадлежит и римлянам, или принадлежит вандалам, по сути, по большему количеству прав, чем оно даже когда-либо принадлежало римлянам. И они ничего там не разграбили, не превратили в руину, у них там была цветущая, красивая,
величественная страна. Величественная страна и, по сути, как противоречие, как противовес к этому, я зачитаю, во что эта страна превратилась после того, как, собственно, византийцы ее присобачили под себя. Зачитаю, собственно, что об этом пишет товарищ Прокопий Кесарийский. Он же что, как бы, ну, не станет своих же как-то оскорблять. Итак, Прокопий Кесарийский. Это у нас конец, по сути дела, второй книги. Это у нас вторая книга, 27 глава. 27 глава, 11 абзац. Подбадривая его, на этом дело Григорий сказал ему: «Тебе одному, Артаван, представляется возможность достигнуть славы Велизария и более того, ее превзойти, 12, ибо он прибыл сюда с весьма значительным войском, получив от Василевса много денег, имея при себе и много полководцев, следовавших за ним, и много советников с таким флотом, о каком мы никогда не слышали с многочисленной конницей и оружием. Одним словом, все было для него приготовлено, так как достойно римского государства. 13. При всем этом он с большим трудом вернул Ливию римлянам. 14. Теперь все настолько погублено, что можно было бы считать, что никогда и не было в нашей власти, исключая то, что победа Велисария принесла римлянам большой ущерб и в людях, и в средствах, а в довершении всего сделала их неспособными охранять собственное добро». Так описывает в 27-й, в 28-й сейчас зачитаю, под конец всего этого дела, что пишет Прокопий. 51. Большую часть их, отступивших в полном беспорядке, римляне убили, а остальные бежали до самых крайних пределов Ливии. 52. Таким образом, для ливийцев, еще оставшихся в живых, немногих и крайне обнищавших, хотя и поздно и с большим трудом, наступило некое успокоение. Так что, как бы, у вандалов была цветущая, развивающаяся, прогрессивная, творческая, красивая и богатая страна. Пришли ослабздятели, освободятели, и освободили от богатства, от жизни, от страны. Несколько напоминает это то, что хотела бы сделать Эрефия с нашей страной. Но, к счастью, история не всегда повторяется вот так дословно. И к тому же у нас с вандалами не совсем настолько близкая этнокультурная связь, чтобы к нам повторялась и применялась их история. Поэтому что есть, то есть. Поэтому так или иначе, историю нужно знать, историю нужно, главное, историю нужно понимать. Потому что понимание исторических закономерностей может заменить прочтение вообще всех трудов, всех Прокопиев, всех времен и народов, а непонимание исторических закономерностей, даже при знании десятков книг, сотен Прокопиев, не даст человеку ровным счетом ничего.
Есть много историков, есть много академиков, которые читали всякую хрень. И не хрень, и читали вполне интересные труды, читали те труды, до которых мне все лень добраться. Но они не хотели собрать у себя в мозгах целостную картину мира, не хотели у себя в мозгах собрать целостную картину истории, и, соответственно, не хотели как-то это все подытожить, как-то это все понять, как же это было на самом деле. Как отдельные факты они читают о войнах Византии там, о нападениях каких-то варварских народов этом, и не складывают это в какую-то единую последовательность, не пытаются понять, почему те народы нападали на Византию, почему Византия нападала на них, а главное, каковы выводы для нас. Что мы знаем, как никогда больше, что мы знаем, как то, что, в принципе, может и можно было бы повторить, условно говоря. А что мы должны высматривать, опасаясь, чтобы кто-нибудь такое к нам не повторил никогда? Прокопий Кесарийский, война с персами, упоминание гуннов в двух книгах о войне с персами. Итак, первая книга, 3 глава, 1. Впоследствии персидский царь Пирос начал войну из-за приграничных земель с гуннским племенем эфталитов, которых называют белыми. Собрав внушительное войско, он выступил против них. 2. Эфталиты, являясь гуннским племенем, и называются гуннами, однако они не смешиваются и не общаются с теми гуннами, о которых мы знаем, поскольку не граничат с ними и не расположены поблизости от них, но соседствуют они с персами у северных их пределов. А там, где у самых окраин Персии есть город по имени Горго, здесь из-за пограничных земель они обычно воевали друг с другом. 3. Они не кочевники, как другие гуннские племена, но издавна живут оседло на плодородной земле. 4. Они никогда не вторгаются в землю римлян, разве что вместе с медийским войском. Среди гуннов они одни светлокожие и не безобразны на вид. 5. И образ жизни их не похож на скотский, как у тех. Ими правит один царь, и обладают они основанными на законе государственным устройством, живя друг с другом и с соседями честно и справедливо, ничуть не хуже римлян или персов. 6. Богатые из них приобретают себе дружину, порой до 20 человек, а то и больше, члены которой навсегда становятся их сотрапезниками, разделяя и все их богатство, так как в данном случае имущество у них становится общим. 7. Когда же тот, у кого они являются дружинниками, умирает, эти мужи по существующему у них обычаю живыми ложатся с ним в могилу. 8. В то время как Пирос находился в походе против гуннов, при нем был отправленный к нему Василевсом Зеноном посол по имени Евсевий. Эфталиты, создавая у неприятеля ложное впечатление, будто они испугались его нашествия, обратились в бегство, устремились в некое место, которое они со всех сторон было окружено обрывистыми горами, сплошь покрытыми густой чащей раскидистых деревьев. Итак, здесь упомянуты азиатские какие-то гунны. Информация несколько противоречивая. Во-первых, это Азия. И тут упомянуто, что они типа белые. И такие все справедливые, прямо цивилизованные.
Вот европейских гуннов, получается, Прокопий считает дикими и страшными, а этих прямо такими белыми, красивыми и цивилизованными. У меня возникает впечатление, что ситуация здесь несколько иная. Больше того, в других текстах, и даже в этих текстах у Прокопия, гунны описываются обитающими вокруг Азовского моря, то есть и в Крыму, и на северном побережье Азовского моря, и в других регионах Причерноморья, и в частности на Кубани и в Предкавказье. А значит, в принципе, у них есть прямой доступ и к Кавказу, как об этом будет дальше писаться, и к Каспийским воротам, и, в общем-то, к Ирану. Поэтому, как бы, разделение, условно говоря, гуннов, как есть на картах Клавдия Птолемея, на азиатскую, сарматию, европейскую, вот это нечто, что имеет под собой какой-то смысл. Также возможно, что здесь Прокопий вообще пытается совместить данные из разных источников. И вот европейская римская пропаганда, например, гуннов выставляет очень дикими, страшными и ужасными. А азиатские источники, вероятнее всего, подчеркивали тот факт, что гунны превосходят их чистотой, красотой, порядком и другими нюансами. Так или иначе, все равно важно, что здесь упомянуты гунны, и важно, что они имеют обширное владение, в частности, и где-то в Азии. А напомню, что для тогдашних авторов Кубань и все, что за Доном, это было уже Азией. Представление о том, что есть Азия, в древности и сейчас немного отличаются. В старину Малая Азия, Кубань и дальше по Дону – это все Азия. Сейчас же несколько как-то странно и криво. Ладно. 11. Немного гуннов бежало впереди него. Большинство же их укрылись в теснине, оказавшись в тылу неприятельского войска. Но до поры старались не показываться ему, с тем, чтобы, пройдя вглубь засады и оказавшись как можно дальше в горах, он не мог вернуться назад. То есть, да, гунны заманивают персидского царя. Гунны умные, гунны, можно даже сказать, хитрые, но в хорошем смысле слова. Итак, 3.15. Гунны, следуя теперь за ним открыто, охраняли проход, чтобы никто из неприятелей не мог устремиться назад. 16. Тогда персы, ясно уже осознав, в какую беду они попали, сочли положение безвыходным и потеряли всякую надежду на спасение. 17. Царь Эвтолитов послал к Пирозу некоторых из своих людей, тяжело порицая его за неразумную храбрость, которая чуть бессмысленно не погубила его самого и весь персидский народ. Но при этом заявил, что гунны пощадят их всех, если Пирос соизволит упасть перед ним ниц, как перед своим владыкой, и поклясться ему по древним отеческим обычаям, что никогда больше персы не пойдут войной на племя эвтолитов. В общем-то, такое отношение к персидскому царю, что именно то, напоминает как раз похожее отношение Аттилы, который посылал своего посла, который, значит, византийскому или римскому императору говорил: «Мой повелитель и твой повелитель Аттила приказывает тебе то и то». То есть, по сути, Аттила провозглашал себя повелителем, правителем и над Константинопольским, и над Римским императором. И тут также гуннский царь требует абсолютного подчинения и признания его верховенства от персидского царя.
Причем это уже гуннский царь не уровня Аттилы, а это уже царь какого-то из осколков гуннской державы, причем это даже не протохазары, скорее всего. Есть небольшая вероятность, что это как раз протохазары, но с другой стороны есть и вероятность, что это та часть гуннов, которая была все-таки вытеснена в Азию, вследствие того, что им уже не нашлось места в Европе из-за той всей усобицы, которая тут происходила. Ну ладно, тут еще это тоже стоит изучать с разных сторон, так или иначе. 4.1. Немного времени спустя он, презрев клятвы, решил отомстить гуннов за нанесенное ему оскорбление. 2. Собрав со всей земли и персов, и их союзников, он повел их на эфталитов. Он оставил дома лишь одного из своих сыновей по имени Кават, который в то время был еще отроком, а всех же остальных числом около 30 повел с собой. 3. Эфталиты, узнав о его походе, вознегодовали на обман врага, и, порицая своего царя за то, что тот отдал персам судьбу своей родины. 4. Тот, смеясь, спрашивал, что он отдал из того, что им принадлежало, землю ли, оружие ли, или что-нибудь еще из всех их богатств. 5. Они отвечали, что ничего, кроме счастливого случая, от которого, бывает, зависит и все остальное. 6. Они горели желанием идти навстречу нападавшим, но царь в ту пору не позволил им это сделать. Он твердо стоял на своем, говоря, что о нашествии пока нет определенных сведений, ибо персы еще находятся на своей собственной земле. 7. Но, оставаясь на месте, царь сделал следующее. На равнине, по которой персы собирались вторгнуться в пределы эфталитов, он, отмерив большое пространство, велел вырыть глубокий и довольно широкий ров, оставив при этом посредине немного земли, достаточной для проезда 10 лошадей в ряд. 8. Поверх этого рва он положил тростник, на который насыпал земли, скрыв таким образом ров извне. Толпе гуннов царь приказал идти при отступлении, уплотнить свои ряды и медленно продвигаться по тому месту, где земля не была выкопана, остерегаясь, чтобы самим не пасть в ров. 9. У вершины знамени он повесил соль. На ней в свое время Перос дал клятву, презрев которую, он теперь двинулся походом против гуннов. Пока царь эфталитов слышал, что враги находятся на собственной земле, он ничего не предпринимал. Итак, это уже после того, как в предыдущем эпизоде зашедшие на территории гуннов персы были окружены, и персидский царь был вынужден пасть перед гуннским царем. Правда, персидский царь не захотел это делать вот прямо вот так вот. И поэтому персидский царь, посоветовавшись со своими друзьями, решил, что он упадет перед гуннским царем на рассвете, когда встает солнце. И таким путем как бы гуннскому царю покажется, что он падает перед ним, а на самом деле он всего лишь поклонится солнцу. Поэтому как бы персидский царь считал при этом всем, что он обхитрил гуннского царя. Ну да ладно, это уже детали. Так или иначе, из всего даже прочитанного видим, что гунны — это не бешеные звери, которые... Причем и европейские гунны в данных текстах Прокопий всегда их описывает как вполне рассудительных, вполне разумных, вполне доблестных людей. И эти также, в принципе, соответствуют таким описаниям. У них есть свои обычаи, у них есть представление о справедливости.
И они не нападают на персов просто так, но как бы в случае чего готовы ко всему. Однако чтут справедливость. Итак, 6.10. Кавад, никем не замеченный, вместе с Теосом прибыл к гуннам Эфталитам. Их царь выдал за Кавада свою дочь и вместе с ним, как зятем, послал против персов весьма значительное войско. Тут уже вообще речь о более поздних событиях, когда потомок того Пироза Кавад, в общем-то, практически потерял власть, но благодаря гуннам смог восстановить власть. В частности, тут упоминается, что женой Кавада стала одна из гуннских принцесс. И очень даже не исключено, что следующий Шахеншах Хасров как раз был наполовину гунном. 8.19. Говорят, что ни один отсюда не спасся. Патрикий же и Ипатий сумели бежать в самом начале боя. Затем Кавад со всем войском вернулся домой, так как враги гунны напали на его землю, и долгое время он вел войну с этим племенем в северной части своей страны. Следующий эпизод – это война персов и византийцев. И персидскому царю пришлось покидать эту войну, пришлось замораживать эту войну, потому что у него оказался другой, более сильный враг, то есть гунны, с которыми ему было воевать, пожалуй, даже сложнее, наверное, чем с византийцами. 9.24. Затем персы, поскольку у них затянулась война с гуннами, заключили с римлянами мирный договор. 10.6. Здесь поселились почти все гуннские племена, занимая пространство до озера Меотиды. 7. Когда эти гунны нападают на земли персов и римлян, то они едут на свежих лошадях через эти ворота, о которых я сейчас упомянул, не делая никаких объездов и не встречая никаких крутых подъемов, кроме тех 50 стадий, которые, как сказано, ведут в пределы Иверии. Но это упоминание Каспийских ворот, и еще что важно, что по сути Прокопий хоть ранее и говорит о каких-то особых азиатских гуннах, я на самом деле думаю, что здесь как раз Прокопий перепутал реально какой-то азиатский народ, ну, допустим, азиатских эфталитов. То ли это были потомки хионитов, то ли еще кто-нибудь, так или иначе, это какой-то народ, который проживал в Центральной Азии, это индоевропейский народ, который воевал с Ираном с достаточно древних древностей, и который в свое время правил значительной частью Центральной Азии, Ирана и Индии. Такие были. И, вероятнее всего, Прокопий тут путает их и гуннов. Но в данном месте Прокопий говорит, что на землю как персов, так и римлян гунны нападают с территорий близ озера Меотиды. Ну, точнее, не озера и не Меотиды, а Азовского моря. Потому что именно озером Меотидой древние греки и римляне называли Азовское море. Так или иначе, как пишет Прокопий 10.6, здесь поселились почти все гуннские племена, занимая пространство до озера Меотиды. 7. Когда эти гунны нападают на земли персов или римлян, то они едут на... Ну, и неважно. То есть, так или иначе, территории вокруг или где-то рядом с Меотидой являются исконными гуннскими территориями. Об этом писал и Иордан, об этом писали и другие историки, источники.
И, в общем-то, даже реконструкционное такое вот сказание о происхождении гуннов, династическая легенда об их исходе через какие-то болота и так далее, все равно указывает на территории близ Меотиды. 9. На это обратил внимание Александр, сын Филиппа. Он выстроил в названном месте настоящие ворота и воздвиг укрепление. С течением времени многие ими владели, в том числе Амвазук, родом гун, друг римлян и Василевса Анастасия. 12. Немного времени спустя Амвазук умер от болезни, а Кават, сила изгнав детей Амвазука, завладел воротами. То есть некоторые гунны, некоторые, скажу, даже не просто гунны, а гуннские вельможи, заключали вполне себе мирные отношения с римлянами, вполне себе мирно с ними взаимодействовали и жили и даже служили интересам римлян, как это видно из многих мест сказания Прокопия Кесарийского. 10-15. Персы очень хотели помешать его строительству, но сделать это никак не могли, потому что втянуты в трудную войну с гуннами. То есть воевать с гуннами для персов, пожалуй, чуть ли не сложнее, чем с римлянами. 12.7. Боспор – город приморский. Кто вплывает в так называемый Понт Эвксинский, для того он находится налево. А от Херсона, самого отдаленного города римской земли, он находится на расстоянии 20 дней пути. Расположенные между Херсоном и Боспором местности заняты гуннами. 8. Жители Боспора издревле жили независимо, но недавно они отдали себя под власть Василевса Юстина. 9. Однако Пров возвратился оттуда, не достигнув своей цели, и Василевс отправил в Лазику военачальника Петра с небольшим количеством гуннов, чтобы он, насколько возможно, помог Гургену. Да, тут уже Лазика, то есть Колхида, тут уже другие нюансы, но в частности, тут упоминается византийский военачальник Петр, который, в общем-то, завербовал на территории Крыма какие-то гуннские кланы, которые далее фигурировали и в войне с вандалами, и, как видим, в войне с персами. И опять же, не где-то в далекой Азии, а в Крыму живут гунны. И что интересно, у Прокопия, как, в общем-то, и у многих других авторов, не упоминается, чтобы гунны особо кочевали. Не сказано, что они кочуют где-то в далеких степях и иногда прикочевывают к Крыму. Сказано, они проживают в Крыму. В других местах сказано, они проживают на Кубани. Они проживают в Северном Причерноморье. Они проживают в Прикавказье. А ранее я цитировал те места, где сказано, что гунны-эфталиты, соседи иранцев, персов, вообще ведут оседлый образ жизни и в своей культурности, цивилизованности и других нюансов ничем не хуже римлян или персов. 12.24. Поэтому Василевс отрешил его от командования и назначил Велисария командующим расположенных в Даре войск. Тогда в качестве... Тогда в качестве советника был к нему назначен Прокопий, который описал эти войны.
То есть Прокопий признает, что он был советником Велизария, командующего разных военных формирований Византии. А значит, его нельзя считать независимой стороной, а значит, его нужно считать таким себе придворным фактически писарем, придворным пропагандистом. 13.5. Получив это известие и зная, что Велисарий не в состоянии с имевшимся там войском отразить персов, Василес приказал направить туда другому войску, а также и Куце и Вузе, которые тогда командовали войсками, находившимися в Ливии, в Ливане, точнее. Они были братьями родом из Фракии, оба молодые и без оглядки бросавшиеся в рукопашный бой с врагом. 19. С восходом солнца, видя наступающих на них врагов, они построились следующим образом. Край прямого левого рва, который подходил к поперечной траншее вплоть до находившегося там холма, занял Вуза с многочисленной конницей и Герул Фара с 300 своими соплеменниками. 20. Направо от них, снаружи рва, в углу, образованном поперечной траншеей и прямо идущим рвом, стояли Суника и Эган, массагеты родом, с 600 всадниками, с тем, чтобы они в случае, если отряды Вуза и Фары обратятся в бегство, двинулись наискось и оказались в тылу у неприятеля, быстро смогли помочь находящимся там римлянам. На другом крыле всадники были выстроены подобным же образом. 21. Край прямого рва занимали многочисленные всадники, которыми командовал Иоанн, сын Никиты, Кирилл из Маркела. С ним были Герман и Дорофей. В углу, который был в первой стороне, были поставлены те 600 всадников, которыми командовали массагеты Симма и Аскан, для того, чтобы, как сказано выше, в случае бегства отряда Иоанна, они двинулись отсюда, зашли бы в тыл персам. Итак, у нас известны тут уже две пары гуннских имен: Суника и Эган, и Симма и Аскан. Симма, Суника, Эган, Аскан, Эдикон, Атила, Одоакр, в принципе, тот же. Это уже другие имена, которые известны из других источников. Но все эти имена, что упомянутые здесь, что упомянутые в других источниках, никакое из них не является Сунь, Дзянь, Дзэнь, Дзань, Дзунь, Сянь, Шмань, не пойми что из ниоткуда. Это все европейские имена, это все, в принципе, имена в сармато-скифо-славянском стиле. 14.39. Увидев это, люди Суники и Эгана стремительным броском ринулись на врагов, а до того 300 герулов во главе с Фарой спустились с холма и оказались в тылу врагов, проявили чудеса храбрости в борьбе с персами, особенно с кадисинами. 40. Те, увидев, что с фланга против них движутся еще отряды Суники, обратились в бегство. 41. Неприятель был разгромлен совершенно, так как римляне, соединив вместе все находящиеся здесь войска, учинили страшное избиение варваров. То есть герулы, гунны, еще не пойми кто, учиняют побоище персам, это называется побоище варваров. С какой стороны варвары, как бы... Но нет, варвары с той стороны, которая не римская. Для римлян так было всегда. Себя ж и свое войско, из кого бы они его составили, византийцы варварами не назовут. 44. Между тем Миран незаметно перевел на левый фланг большое число воинов, в том числе
о всех так называемых бессмертных. Заметив это, Велисарий и Гермоген велели Сунике и Эгану с их 600 воинами двинуться на угол правого фланга, где находились войска Симмы и Аскана. Позади них они поставили много из личного войска Велисария. 47. В числе этих немногих случайно оказался и тот, который нес знамя Варисмана. Напав на него, Суника поразил его копьем. 50. Римляне встретили их удар. Первым Суника убил Варисмана и сбросил его с коня на землю. То есть гунны для римлян добывают победу. 15. Между тем Кават отправил другое войско в подвластную римлянам Армению. Оно состояло из персармян и суннитов, соседей Алан. С ними было 3000 гуннов, так называемых савиров, воинственнейшего племени. 6. По дороге в одном из тамошних местечек они неожиданно встретились с враждебными гуннами. Вообще, упомянутые здесь савиры – это северяне, будущие северяне. На момент Прокопушкина их еще называли савирами и боялись. Позднее их будут знать как северян, но и уже не настолько боятся. Их покрестят, повяжут крестиками и будут считать уже своими. 16.6. Но вам, как будто этого мало, вы построили большой город Дару, как крепость. То есть, тут, в общем, персы говорят римлянам, что те плохо сделали. В результате этого персам по необходимости приходится нести бремя бедствий, страдая от войны и тратясь на содержание двух войск. Одного, чтобы массагеты не могли безбоязненно грабить и опустошать земли наши и ваши, другого, чтобы не допускать ваших вторжений. Это, в общем-то, персидское обвинение византийцам, что персам приходится содержать две армии. То есть, как бы персы, ну, персидский царь, точнее, сравнивает по силе буквально гуннов и византийцев. Да, к сожалению, гунны по большей части к тому времени уже были разрознены. Поэтому ситуация несколько перевернулась, если столетия до этого как раз римляне были раздроблены на кучу кланов, кучу какой-то фигни, там и узурпаторы, и черт пойми кто. А гунны – монолитный кулак под властью Аттилы. Сейчас ситуация во времена Велизарушки, Прокопушки, всех этих деятелей изменилась. Но тем не менее, даже расколотые на запчасти гунны, все равно грозная сила. 18.41. Велисарий с немногими остался на своем месте, и пока видел, что отряд Аскана оказывает персам сопротивление, сам с имеющимися силами отражал врагов. 19.13. Вот и тогда один из таких лазутчиков, посланный персами к римлянам, явился к Василевсу Юстиниану, посланный к персам римлянами, явился к Юстиниану и рассказал ему многое из того, что... Ага, и тут есть такое, что племя массагетов, замышляя зло против римлян, собирается в скором времени вступить в пределы персов, а затем оно хочет соединиться с войсками персов с намерением двинуться оттуда на землю римлян. 14. Услышав об этом и зная на деле преданность к нему этого человека, Василевс щедро одарил его деньгами и убедил пойти войско персов, которое осаждало
Мартирополь и объявить находившимся там варварам, что эти массагеты, купленные за деньги Василевсом римлян, собираются в ближайшее время двинуться на них. 15. Так тот и сделал, придя в лагерь варваров, объявил Ханарангу и другим вождям, что войско враждебных им гуннов в скором времени прибудет к римлянам. В общем, что тут такое? Тут двойной агент, который как бы вроде засланец к римлянам персами, на самом деле служит Василевсу. И он, узнав, что идут гунны соединить свои силы с персами и, соответственно, пойти против римлян, по приказу Василевса пошел к персам и сказал, что нет, что эти гунны уже подкуплены. Там в других местах у Прокопия описываются в действительности те гунны, которые были подкуплены, соответственно, Византией, и они уничтожали других гуннов и уничтожали других. Ну и даже здесь упомянуты гунны на службе Византии. Поэтому двойной агент и тут выдал ситуацию, как будто бы и эти гунны уже на службе Византии. Соответственно, персы ушли, а гунны потом пришли, не заметили тех, с кем должны были сойтись, походили, ушли домой. 27. Поэтому военачальники охотно выслушали речи римлян, ибо они боялись и нападения гуннов. 28. Вскоре гунны вторглись в пределы римлян, но персидского войска они уже там не нашли. И после кратковременного набега все они вернулись домой. 22.19. Этот Дагарис впоследствии не раз изгонял гуннов, вторгавшихся в пределы римлян. Ну ладно, изгонял. Но зато гунны вторгались. Книга вторая. 2.1. Ну то есть вторая книга, первая глава, 14. Он также утверждал, что Юстиниан отправил письмо к некоторым из гуннов, побуждая их вторгнуться в землю персов и опустошить, насколько возможно, тамошние земли. Это письмо, говорил он, гунны вручили ему сами, когда явились к нему. 15. Предъявив такие обвинения римлянам, Хосров решил расторгнуть мирный договор с ними. Но был ли он прав, так говоря, я сказать не могу. Да, Прокопушка не может сказать, был ли Хосров прав. Хосров, который персидский царь, и который, вероятно, наполовину гун. Но дальше будет и признание самих, в общем-то, даже римлян, что они все-таки подкидывали какие-то свои записки гунам. И, в общем-то, все это следует так понимать, как то, что в действительности они пытались подговорить всех, кого только лишь могли, против Персии. И пытались настроить персов против гунов, гунов против персов, чтобы враг убил врага, а они потом победили и тех, и других. Дальше из, собственно, обвинений по отношению к Велизарию, тут, точнее, к этому, к Василевсу Юстиниану, тут говорится следующее. Это у нас вторая книга, вторая глава, точнее, третья глава, 32. Вторая книга, третья глава, 32, 40. А разве не послал он своих военачальников к жителям Боспора и не подчинил своей власти город, совершенно ему не принадлежавший? Да, такой эпизод имел место. Да, Боспор всегда был независим, но Юстиниан смог подчинить его. Ладно, идем дальше. Это уже конечная часть абзаца 47. Разве он не пытался во вред тебе сделать своими союзниками гуннов, которых до тех пор ему даже не были известны?
То есть, да, раньше византийцы не дружили с гунами, но Юстиниан решил против персов подружиться. Так, 4.4. Тотчас же огромное войско гуннов, переправившись через Истр, вторглось в Европу, наводнив всю ее. Это часто случалось и раньше, но никогда прежде не обрушивалось на жителей этих мест столько несчастий и таких огромных бед. Варвары грабили все подряд, от Ионийского залива вплоть до пределов Византии. 5. Они разгромили 32 укрепления в Иллирии, а крепость Кассандрию, в древности она, насколько нам известно, называлась Патидией, они взяли силой, хотя раньше они никогда не брали приступом городов. 6. Со всей добычей, имея при себе 120 тысяч пленных, они удалились домой, не встретив нигде никакого сопротивления. 7. Впоследствии они часто появлялись в этих местах, причиняя римлянам неисцелимые беды. 8. Они взяли штурмом и Херсонес, осилив находившихся там на стене защитников, и переправились во время прибоя через укрепления, которые находились у так называемого Черного залива. Они оказались внутри длинных стен и неожиданно напали на находившихся в Херсонесе римлян. Многих они убили и почти всех обратили в рабство. 9. Небольшой их отряд, перейдя пролив между Систом и Авидосом, опустошил азиатские земли и сразу же вернулся в Херсонес. Затем вместе с остальным войском и всей добычей они возвратились домой. 10. Во время другого вторжения они ограбили иллирийцев и фессалийцев и пытались взять штурмом укрепление в Фермопилах. Но так как находившийся внутри стен гарнизон защищался очень храбро, гунны начали искать обходные пути и неожиданно нашли тропинку, которая вела на возвышающуюся здесь гору. Таким образом, истребив почти всех эллинов, кроме жителей Пелопоннеса, они удалились. 20. Однако ты упрекаешь нас за письма, написанные без всякой задней мысли, и спешишь истолковать их теперь по собственному произволу, не в том смысле, в котором мы их написали, а как тебе кажется выгодным для исполнения твоего желания, стремясь это сделать. Ну, в общем-то, это уже объяснение, попытка объясниться Византии, что типа византийцы молодцы, а персидский царь негодяй, дурак, и неправильно понял то, что они подстрекали его союзников и подданных против него. Ну ладно, это уже с другой темы, однако с той же главы. Однако, вот описаны гунны, которые несметной ордой пришли с севера, как раз из-за Дуная, из-за Истра, на владение Византии. То есть пришли через территории нынешней Румынии, в территории нынешней Болгарии и Греции. Ну, тогда там находилась Византия. И откуда бы они могли прийти? Из глубин Азии? Как бы нет. Больше того, они за собой угнали кучу, в общем-то, порабощенных римлян. Ну, точнее, то уже не римляне, то уже кто хочешь. Ну, так или иначе. Здесь они все считаются как граждане Римской империи, типа. Независимо от своей нации. И если взять описание Прокопия о те его цитаты о славянах, которые есть в других местах, там за славянами, в частности за антами, значатся ровно такие же походы против Византии. Анты приходили, побивали византийцев и, соответственно, забирали многие тысячи или даже сотни тысяч пленных в рабство. Но анты это понятно, они живут в Северном Причерноморье, а гунны, если бы шли туда из Китая или, не знаю, степей Казахстана, они бы тоже уже занудились идти или даже скакать. Да и больше того, это же еще
куда-нибудь по степи нужно всех этих пленных тащить. А вот если предположить, что гунны тут в Северном Причерноморье и жили, ну тогда все более-менее сходится. Просто анты — это более лесостепная и лесная часть, а так называемые гунны — это более степная часть, просто бывшие роксоланы, как анты бывшие аорсы, в общем-то. Те же древние исконные народы Северного Причерноморья, проживающие на тех же своих исконных землях. 10.2. Точнее, 10.23. «Нет, — сказал Хосров, — напротив, в дальнейшем римляне будут иметь в лице персов собственное войско, выплачивая им установленную плату за помощь, ибо когда вы ежегодно даете золото некоторым гуннам и сарацинам, вы не как подданные платите им дань, но с тем, чтобы они охраняли вашу землю от грабежей». То есть, да, здесь упоминается, что есть те кланы гуннов, которым Византия для того, чтобы гуннов стравливать между собой, платит некое пособие на продолжение межусобных войн. 15.34. «Сами они дали согласие быть для персов проводниками и взять на себя бремя забот, необходимых для персов в этом деле. Это обещание прельстило Хосрова, он начал собирать большое войско и готовиться к походу, не сообщив о своем намерении никому из персов, кроме тех советников по секретным делам и от послов. Он потребовал, чтобы те никому не сообщали. В общем, Хосров пошел покорять, по сути, аннексировать Колхиду, но всем сказал, что он пошел, поскольку гунны разбушевались, и он пойдет где-то там в Иверию воевать с гуннами. То есть гунны соседствуют с Иверией. Иверия — это в древности в центральной части Кавказских гор была такая страна. 16.3. «Возвратившись назад, лазутчики утверждали, что никакого вторжения врагов в настоящее время не будет. Хосров, занятый войной с гуннами, пребывает где-то в другом месте». 17.2. «Когда они прибыли в центр Колхиды, где, как рассказывают поэты, произошли события, связанные с Медеей и Ясоном, к ним явился царь Лазов Гувас и пал ниц перед Хосровым, сыном Кавада, как перед повелителем, передав ему себя и вместе с царским дворцом и всей Лазикой». То есть, да, Хосрову присягает колхидский царь, но упомянуто, что как бы Колхида — это там, где в древности происходила, по крайней мере, часть событий с Ясоном и Медеей, что важно помнить. 21.4. «Солдаты же он разместил следующим образом. По обеим сторонам шатра находились фракийцы и лирийцы, за ними готы, рядом с ними герулы. Дальше шли вандалы и маврусии. Затем он разместил... так... хотя... не, гуннов здесь нет, тогда пофиг. 26.5. Это за год 544. «Итак, оказавшись со всем войском около Эдессы, он послал сопровождавших его гуннов в городской стене, возвышен...» То есть здесь уже упомянуты гунны в составе персидского войска. Но здесь все достаточно неинтересно. А вот 26.8. «Один из гуннов, сражавшийся впереди других, больше всех причинил римлянам неприятностей». То есть, что здесь упомянуто? Здесь опять упомянут некий гуннский богатырь, который побеждает римлян. Сейчас будет наоборот.
25. Римский военачальник Петр, он оказался в то время здесь вместе с Мартином и Пиранием, желая отогнать работающих над этим сооружением, послал против них имевшихся в его распоряжении гуннов. 26. Те, внезапно появившись, многих из них поубивали, причем особенно отличился один из копьеносцев по имени Аргик. Вероятнее всего, имя в оригинале звучало как Арик, одно из славянских ведических имен. То есть, опять доблесть, даже один в поле воин получается, если это гун, и как бы даже независимо, это персидское войско, это византийское, гунны доблестны не потому, как бы с кем в союзе они сражаются, а потому, что они доблестны сами по себе. 28-22. Кроме того, персидская держава навсегда избавится от опустошительных набегов соседствующих с Лазикой гуннов, которых ему, Хосрову, будет легче и без особого труда насылать на римскую державу, когда ему только заблагорассудится, ибо Лазика нечто иное, как первое укрепление против живущих на Кавказе варваров, ну, в том числе и гуннов. Опять же, гунны живут на предкавказье, закавказье, и если это смотреть со стороны как бы передней Азии, со стороны Персии, то получается фактически гунны живут на Кубани. 29.15. Тут живет много различных племен, в том числе аланы и авазги, являющиеся христианами и издревле находящиеся в дружбе с римлянами. Затем зихи, а за ними гунны, которые называются савирами. Если вот так от Кавказа все это подсчитывать, алан, авазгов, зихов, то как раз территория гуннов-савиров находится где-то недалеко от Дона. Ну и учитывая, что эти именно тут имеется в виду гунны-савиры, а позднее они сформируют савирскую династию, савирскую державу, и позднее их центром станет, ну, по сути, ряд городов, в частности, Чернигов. Ну, Черниговщина, условно говоря. И они потом станут известны как северяне. Их ядро, совместившееся с некоторыми местными славянскими элитами, ядро династическое савиров, станет известно как славянский народ северян. Правда, другие савиры совместятся с волжскими булгарами, и то уже чуть-чуть другая история. 29. Задолго до этого ему удалось заключить союз с аланами и савирами, которые за три кентенария согласились не только вместе с ними охранять от опустошения землю лазов, но и как... Но и так обезлюднить Иверию, что в дальнейшем персы не смогут двигаться отсюда. Он пообещал, что эти деньги даст Василевс. То есть тут речь идет про то, что один из византийских военачальников смог, соответственно, договориться с аланами и савирами. Опять же, аланы и савиры живут недалеко от Колхиды, Лазики и от Иверии, то есть внутрикавказской страны. Ну и 30-28. Между тем Василевс Юстиниан послал племенам савиров условленную сумму денег. То есть, ну, завершается эта история, что его военачальник пообещал, он все-таки исполнил спустя 100 лет, но так или иначе. Это были цитаты из книг Прокопия Кесарийского «Война с персами». По изданию Прокопий Кесарийский «Война с персами», «Война с вандалами», «Тайная история». Москва, наука, 1993 год. Перевод Чекалова А.А. 1993 год. Вот такие вот дела. И в «Войне с персами» Прокопий поупоминал относительно гуннов много чего интересного.
Прокопий Кесарийский. Тайная история. Текст этот я изучал как на примере других изданий, но, например, сейчас буду цитировать по изданию Прокопий «Тайная история. Вестник древней истории», номер 4-5, 1938 год. Да, издание как бы несколько давненькое, но сойдет. Еще тут ситуация даст сбой, потому что Прокопия «Войну с вандалами, войну с персами» я более-менее зацитировал. Да, я пропускал то, что совершенно никак не касается славяно-гуннской темы, но все равно в общей сложности анализировал сюжет, выискивал, где там все-таки Прокопий упоминает какие-то мерзости со стороны римлян, где все-таки там есть какие-то те нюансы, по которым можно сделать вывод, что в действительности славяне и, в частности, гунны, в частности, анты, то есть те народы, которые по официальной исторической трактовке говорится, что они нападали на Римскую империю, что на самом деле они в некоторых случаях нападали вынужденно, а в некоторых случаях и вовсе защищались. И даже какие-то тактические нападения, все равно они были сделаны в рамках общей стратегии защиты от Римской империи, далее от Византии, поскольку именно Византия была рассадником зла, рассадником деградации, рассадником дестабилизации в древнем мире. Как, в общем-то, сейчас является РФ. С одним только лишь отличием, что Византия, будучи наследницей Римской империи, сохранила в себе хоть какую-то тенденцию, хоть какое-то желание создать единую мировую империю. Ну, особенно ранняя Византия. Средняя и поздняя Византия там уже во многом как раз было как в РФ, то есть где какое-либо видение будущего отсутствует, и где страна живет в основном лишь вспоминая, что деды воевали, ну или в том случае деды приняли христианство, деды были римлянами, но сейчас они уже и не римляне, и уже даже и не пойми кто. Вот так жила Византия. Например, в войне с персами упомянуто, как один из византийских чиновников вообще говорит, что типа «я не привык свою руку прикладывать к каким-то новшествам». Вы что, люди, это новшество? То есть для тогдашнего вот этого чиновника по имени Прокл, который помешал заключению персидско-византийского союза, слово «новшество» было буквально синонимом слова «зло», слова «что-то неправильное», «что-то незаконное», «что-то противоестественное». Буквально, может быть, если бы ему предложили, не знаю, приложить руку к гениталиям сатаны, то, может быть, он даже в таком случае был бы более каким-то готовым на это, чем приложить руку к каким-то новшествам. А новшество? Не-не-не-не-не. Лучше несите уже гениталии сатаны, так сказать, чем новшество. Вы чё? Это же новшество! То, ну, всего лишь гениталии сатаны. Они же уже сколько им тысяч лет. Уже нормально. А это новшество уберите, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Приблизительно вот такое вот сумасшедшее абсолютно отношение, боязнь всего нового, боязнь всего, что может быть развитием. То есть застой, то есть деградация. Это то, чем была отлично от других стран Византия уже средних и особенно поздних времен. Это то, что привело ее, в общем-то, к падению, и это то, что передалось от нее Эрефии.
Хотя классическая Римская империя и отчасти даже ранняя Византия пыталась сохранить эту тенденцию на развитие, на создание каких-то новых стандартов, новых мировых порядков и попытку объединить человечество. Однако, все равно они пытались объединить человечество в неправильном ключе, в ключе паразитирования и в контексте деградации, поэтому, в общем-то, силы, придерживающиеся правде, как славяне, так и персы, так и другие, по возможности против Византии воевали. И вот из книги, точнее двух книг, вместе соединенных как «Война с вандалами» и «Война с персами», я повыбирал все нужные цитаты, все это прокомментировал, все это осмыслил и также выбрал отдельно те цитаты, где описаны гунны. По идее, я так думал поступить и с «Тайной историей». Но дело в том, что «Тайная история» Прокопия Кесарийского не то чтобы слишком тайная, она слишком мерзкая, чтобы ее читать, чтобы ее более-менее вот так вот цитировать, как, соответственно, я это делал с теми книгами. Дело в том, что когда-то, когда я пытался проповедовать ВКонтакте и собирать там людей и что-то там вести, какие-то группы, и другим потом это дело передавать и так далее, я иногда заходил на страницы каких-то деятелей, и попадались всякие, попадались разные, но среди прочих попадались и какие-то сумасшедшие выродки с разного рода половыми девиациями, например, которым нравится облизывать всякое, и среди тех, кому нравится облизывать всякое, попадались те, кому нравится облизывать женские ноги. И вот Прокопий описывает, что у Велизария, у славного вот этого полководца на службе у Юстиниана, был подобный достаточно тошнотворненький фетиш по отношению к его женушке. Дальше он описывает, какой же стервой, какой же подлой тварью была эта самая женушка, с кем она там сношалась. И это настолько мерзко, и это настолько... Да, это грязно, да, это низко, но, с другой стороны, это и бессмысленно. Как бы Прокопушкин, конечно, посвятил, как любой хороший журналист, как вот нынешние журналисты, они тоже любят вот эту тему, кто кому что лижет, кто, соответственно, с кем сношается, где у кого какой любовник, любовница, любовники и все остальное. И Прокопушка, как тогдашний журналист, сделал это в лучшем виде. Он целую книгу всей вот этой мелкой, жалкой, унылой грязи посвятил. Вопрос только в том, что это мало касается, в общем-то, мировой истории. Да, какие-то отдельные аспекты деградации повлияли на общую жизнь и суждение, и деятельность, и исторический вклад и Юстиниана, и Велизария, и других, но по большому счету каких-то отклонений тогда хватало у многих людей, далеко не только у Велизария и у Юстиниана, и эти самые Велизарии с Юстинианом отнюдь не являются настолько важными персонами, чтобы я еще ковырялся в их всевозможных вот этих вот делах. Поэтому я не буду полностью, ну или даже сокращенно как-то цитировать книгу «Тайная история». Просто рекомендую тем, у кого есть или склонности ковыряться в глубинах грязи чужих задниц, или
желание как бы поизучать вот такую вот грязь прошлых веков, или просто понять, насколько вот эти, так сказать, христиане, они же вроде уже христиане, они все крещенные, уже с времен Константина прошло куча поколений, это уже Византия. Но они ведут себя не то, что хуже язычников, они ведут себя как черти реальные. Потому что тот же Прокопий ни за Хосровом, ни за гуннскими царями, ни за кем другим такого не фиксирует, как он фиксирует за византийцами. За гуннами, ранее скифами, греко-римские византийские авторы худшее, что фиксируют, это пьянство. Исключительно потому, что наши не могли нормально синхронизироваться с греческими бреднями, и греки на протяжении столетий, напиваясь, упиваясь, подпиваясь, научились так напиваться, чтобы не допиваться. А наши, попадая в ту среду, вот он видит бухло. Зачем это бухло разводить водой, если ценность бухла в том, что это бухло? Надо это бухло выпить и освинячиться, так сказать. Зачем наполовину свинячиться, когда можно сразу уже по максимуму засвинячиться? А для греков там была ценность в том, чтобы культурно выпить, чтобы там культурно... Короче, это отдельный бред, но который греки научились так практиковать, чтобы не сильно деградировать. Поэтому, когда наши, подходя вот так вот более в лоб, более прямо к этому вопросу, и получается даже в вопросе деградации из более рациональных соображений достигали каких-то, так сказать, ошибок в сравнении с тем, как греки все это отлаженно напивались, отлаженно делали и так дальше, то греки над этим смеялись, греки за это каких-то вот таких вот скифов, которые попадали в их среду, критиковали. Пример тут можно сделать любой человек, который, если не сталкивался с каким-то видом деградации и попытается в наскок вот этим заняться, будет выглядеть более ущербным, чем те, кто профессионально умеют этим видом деградации заниматься. И все, больше каких-то извращений, каких-то серьезных недостатков за нашими предками византийцы, а ранее римляне и греки не фиксируют. Ну и, конечно же, алкоголизм это только лишь касается тех скифов, далее гуннов, которые попадали в греко-римскую среду. То есть, которых или брали в плен, или брали в качестве наемников, или еще как-то так. Те же скифы, позднее гунны, которые оставались в своей родной среде, следовали своим родным родовым обычаям, они, естественно, вообще не употребляли алкоголь и нормально себя без этой дряни чувствовали и проживали вполне себе полноценную осознанную жизнь, не впадая в безумие и не тратя части своего разума впустую, потому что алкоголь по чуть-чуть уничтожает разум. То есть, по сути, человек, употребляющий алкоголь, платит безвозвратно, отдавая свой разум в никуда. Зачем это надо? Полноценней сохранить свой разум, полноценней что-то еще дополнительное придумать, чтобы укрепить свой разум и так далее. Чем и занимались наши предки. Другие какие-то народы, те же самые германцы, за ними также каких-то особо злостных извращений не обнаружено. А вот византийцы прямо сами за собой, Прокопушкин в «Тайной истории»,
Я цитировал его «Войну с персами», «Войну с вандалами», потому что там есть много чего, что можно выбрать, что конкретно дискредитирует византийскую сторону. Но в «Тайной истории» мне нечего цитировать. По сути, эту книгу, если в контексте всех антивизантийских свидетельств рассматривать и цитировать, то ее надо цитировать всю от начала до конца. Но учитывая, что там описываются мелочные вот эти вот аспекты ничтожности разных византийских деятелей, их связи с разной нечистью, их мелочности, их подлости, их слабостей разнообразных. Мне просто жаль, что такие люди были, мне жаль, что такие люди иногда существуют до сих пор. И как бы тем, кому это интересно, читайте книгу целиком. Если не интересно, ну что ж, хорошо. Я пока не планирую ее зацитировать, однако сделаю некоторые из нее все-таки выдержки, которые касаются непосредственно гуннско-славянского вопроса. Например, 1.29. Сверх всего прочего, Хосрой послал войско гуннов на тех армян, которые были в подчинении у римлян, с тем, чтобы занятые этой войной римляне не обращали никакого внимания на то, что делается в Лазике. Ну, тут речь идет о византийско-персидских конфликтах, в частности, в которых разменными монетами были приграничные народы. Ранее независимые страны, Колхиды, Иберии, Армении, все, что находится от Кавказа до Сирии. Ну и вот тут одна из таких событий. 7.10. Волосы на голове они подрезали вплоть до висков, а сзади они позволяли им свисать без всякой прически очень длинно, как у массагетов. Такую внешность называли также и гуннской модой. Итак, вот это уже важно. Тут описана некоторая стрижка, в рамках которой с части головы убираются волосы. С другой стороны, другая часть волос оставляется, и они в виде достаточно длинной пряди волос свисают сзади. Данный стиль, данная мода Прокопием фиксируется за гуннами и за массагетами. Гунны и массагеты в трудах Прокопия – это синонимы. Что, кто наследник этой темы в более поздние времена? Может быть, эти московитики? Нет. Венгры? Нет. Турки? Нет. Казаки. Может, это о чем-то говорит? Может быть, это о чем-то говорит, особенно если учитывать и внешность Святослава, которая прямо вписывается в данную тему, и более ранние разные аспекты стрижки еще у скифов и у некоторых викингов. А стандарты варяжского викингского дела складывались на Боспоре, поэтому все это, конечно же, связано. Однако, так или иначе. Вот, по сути, история оселедцев, зафиксированная Прокопием Кесарийским. 7.14. Что же касается всяких наплечников, штанов и обуви, то большую часть их по
именей по употреблению они заимствовали у гуннов. Снова же, как во времена кимерийцев, как во времена скифов, так и во времена сарматов, далее гуннов, наши предки были, можно сказать, законодателями моды, особенно что касается удобства. То есть, если какие-нибудь спартанцы шли на битву, махая буквально голыми половыми органами, ну, просто потому, что спартанцы не носили ни штанов, ни даже трусов. И да, в каких-нибудь современных фильмчиках им, конечно же, оденут декоративную какую-нибудь юбочку, но часто у них даже этих юбочек не было. И они буквально шли на битву голозадами, вот так-то. Наши так не делали. В отличие от греков, в отличие от римлян, в отличие от вот этих всех южных приколов, где люди или вместо трусов тоже, как у евреев был вариант, обматываться некой такой портянкой вокруг бедер, и это был аналог трусов. Еще какая-нибудь фигня была. Были какие-нибудь длинные рубахи, которая одевалась на голову и свисала до пят. И я не знаю, как по мне, это все жуткий какой-то нерациональный, неудобный бред. И вот штаны, которые впервые находят и в курганах, и изображены на разных скифских, кимерийских, сарматских предметах, и шарвары, в частности, все это то, что более удобно, все это то, что более цивилизовано, чем какие-то нелепые все вот эти варианты южных народов. Египтянам еще можно простить. У них, в принципе, была тема, чтобы обвернуться куском ткани в виде юбки. Ну и в случае чего, во-первых, там было жарко, в случае чего этот кусок ткани можно было снять, использовать другими способами. Ну, то есть, еще хоть как-то. А вот то, что у римлян, у греков вообще жуть. А у наших все вообще нормально, цивилизованно. Штаны, штаны. Никаких голых задниц, никаких других таких конфузов не случалось. Ну и да, конская сбруя. Элементы конской сбруи даже с украшениями, упряжь, разнообразные элементы защиты, разнообразные элементы вооружения, вспоможения. Все это также часто изобреталось у нас и перенималось уже дальше. Во времена гуннов даже римляне заимствовали технологию гуннских луков, поскольку приняли, что эта технология лучше, чем, соответственно, римская. Римляне, которые считаются супер-супер, они приняли гуннскую технологию. Вот такие римляне цивилизованные, а гунны, так сказать, варвары. 8.5. Тем из гуннов, с кем ему приходилось постоянно сталкиваться, он выплачивал очень крупные суммы из средств государства. И с этого времени римские земли стали подвергаться частым вторжениям варваров. Ну, здесь Прокопий на самом деле хочет сказать, что тем, что Юстиниан платил некоторым гуннам, он типа, как бы, давал этим и другим потом повод нападать на Византию, но на самом деле ситуация чуть в другом. Дело в том, что Юстиниан платил одним гуннам для того, чтобы настроить их против других, для того, чтобы по возможности их крестить и для поддерживания гуннских усобиц, вследствие которых гунны долгие столетия не могли восстановить единую империю после смерти Аттилы. И именно это и спасло Византию как явление. Если бы империя Аттилы выжила,
Если бы после Аттилы его трон занял такой же преемник, владеющий таким же количеством войск, территорий и ресурсов, Византия бы не выстояла. Византия бы пала вслед за своей западной сиамской, так сказать, близнецой. 11.5. Тогда, когда римляне пользовались миром со всеми соседними народами, но не претерпевая такого положения и побуждаемые жаждой убийства, стал направлять одни племена варваров на другие и без всякого основания, вызывая к себе вождей гуннов, он раздавал им с безумной расчетливостью большие суммы денег, конечно, заявляя на словах, что он делает эти подарки для укрепления дружбы. Это, как было сказано, он делал еще со времен правления императора Юстина. Ну, Юстин был дядькой Юстиниана, и Юстин уже захватил власть вообще в престарелом возрасте. И Юстиниан, по сути, и при Юстине играл достаточно важнейшую роль. И когда Юстин уже покинул этот мир, Юстиниан окончательно стал, по сути дела, правителем Византии. Тут Юстина и Юстиниана можно сравнить с Юлием Цезарем и Октавианом Августом соответственно. Но дело в том, что тут Прокопий прямо говорит о том, что Юстиниан платил, по сути, гуннским народом за продолжение межусобной войны. То есть он призывал к себе одних князей, говорил, что заключит с ними союз, давал им какие-то финансы, чтобы, ну, типа, доказать, что он с ними, что он за них. Потом призывал других с ними все то же самое, потом стравливал их. Пока они, если бы Византия вообще поступила иначе, выбрала бы себе, допустим, какого-то одного союзника, с ним бы заключили официальный союз, сказали, что мы, византийцы, за то, чтобы гуннскую империю наследовал вот этот. Тогда в гуннской элите вопрос был бы по-другому. Они бы просто задались вопросом: ну, типа, византийцы хотят так, а мы что, мы с этим согласны или мы с этим не согласны? Ну и, возможно, выбрали бы или этого, согласившись, или другого, не согласившись. Но поскольку Юстиниан то одному говорил, что он поддерживает его, то другому, что он поддерживает того, этим он их вынуждал к другим всевозможным действиям и, по сути, к продолжению внутренних столкновений и к тому, чтобы между гуннами шла война. Они не знали, как бы, за кого реально Юстиниан, а если какие-то и знали, что он, допустим, за того или за этого, то они не знали, почему этот союз заключен, что тот человек им пообещал. Они также задавались вопросом, если, допустим, ну, один из гуннских князей мог вполне себе подумать, если, типа, я заключил уже с Юстинианом союз, а этот, типа, тоже вроде как заключил, то, как бы, что, Юстиниан меня предал, или что, или, может, этот мне врет, или как? То есть, ну, как это все может быть, и что это значит? И, соответственно, если они находили, что какой-то из их коллег с Юстинианом, вопреки, то есть в обход их, они что думали уже, что они будут наследниками Аттилы. Но тот или иной князь думает: все, я теперь наследник Аттилы. А тут он узнает, что какой-то его там братик сам съездил к Юстиниану, и тот уже его признает наследником Аттилы. И он думает: так этот меня что, теперь зарежет, чтобы избавиться? Или как? Или что? Или может мне лучше этого зарезать, потому что я типа хочу быть наследником? Ну и так дальше. Вот такие всякие штуки там начинались.
А Юстиниан пока сидел, и как бы все-то понимали, в чем дело. Но номинально, что Юстиниан не приходит и не заставляет их друг с другом воевать. Он только подталкивает их к этому. Ну, а дальше может записки разные рассылать, как это можно вспомнить по войне с персами. Ну, а дальше может еще всякие нюансы делать. И типа доказывать одним, что тот уже все, тот уже идет на них войной. И они такие решат, не, надо опередить, надо самим на это войти войной. А потом ему, ну видите, уже у тех началось движение, вот они уже точно на вас. И те такие, ну все, выходим. И да, в действительности, так византийскими стараниями получается, что две братские армии, два братских княжества выходили и встречались на поле битвы и были вынуждены друг друга уничтожать. Вот такая была политика у Византии, у Юстиниана, и Прокопушка, в общем-то, это все подтверждает. То есть это не конспирология, это не мои или еще чьи-нибудь придумки, это то, что о Византии писали сами византийцы. Это то, что о политике Юстиниана писал, по сути, придворный журналист, который всю жизнь ходил за разными госслужащими Византии, в частности, лично знал и Юстиниана, и Велизария, и постоянно этого самого Велизария сопровождал в военных походах. 11.12. Заплатив Хосрою за мир огромное количество фунтов золота, по собственной воле, без всякого повода, он оказался самым главным виновником того, что мирный договор был нарушен, так как он упорно старался привлечь на свою сторону Аламундара и гуннов, бывших в союзных отношениях с персами. В своих книгах, касающихся этих обстоятельств, мне кажется, я рассказал об этом довольно ясно. Тут Прокопушка отсылается к тому, что я цитировал, когда разбирал войну с персами. Это речь о том, что Хосров и Юстиниан заключили мирный договор, а потом Юстиниан как раз рассылал Аламундару и гуннам, и, видимо, еще и другим разным деятелям разные письма, призывающие их выступить против персов и говорящие о том, что в скором будущем и византийцы намерены нарушить свой договор и нанести персидской державе ряд ударов. И, соответственно, гуннам и Аламундару лучше к этому делу присоединиться, чем пострадать вместе с персами. Ну, или остаться неудел. И Хосров об этом узнал и, естественно, предъявил Юстиниану претензию. И Прокопий в предыдущих книгах не то чтобы это дело подтверждал, но он разными такими намеками, по сути, там написал, что да, как бы я не могу сказать, что это неправда, я не могу сказать, что этого не было, возможно, это было. А в этой книге «Тайная история» для тех, кто из всех этих намеков не сделал выводы, Прокопушка прямо пишет, что да, это именно то. 13.20. Что касается Иллирии, всей Фракии, если считать от Ионийского залива вплоть до предместья Византии, в том числе и Элладу, и область Херсонеса, то с того времени, как Юстиниан принял власть над Римской империей, гунны, славяне и анты, делая почти ежегодные набеги, творили над жителями этих областей нестерпимые вещи. Видимо, все-таки не настолько нестерпимые, как Юстиниан и Велисарий творили над вандалами, над маврами, над персами, над арабами, химиярцами и другими народами. Но так или иначе, такое упомянуто. И гунны упомянуты как раз в Европе, как раз
в европейской части Византии. А именно вместе с остальными славянами и вместе с представителями Анской державы данные гунны, пересекая Дунай, в общем-то с севера, из мест своего проживания шли на византийцев. Что показывает, где гунны тогда проживали. 13.25. Однако и персам, и сарацинам, и гуннам, и всему славянскому племени, равно как и иным варварским народам, не удавалось уходить из римских пределов без тяжелых потерь. Тут вот упомянутые персы и сарацины, это понятно. А дальше упомянуты гунны и сказано «и всему славянскому племени». Как бы тут под словом «всему славянскому», видимо, имеются в виду и славяне, как конфедерация славян, и анты, которые как бы и не совсем то же, что и остальные славяне, но с другой стороны абсолютно культурно и генетически сродны с ними. 21.26. Так обстояло дело у римлян со всеми магистратурами. Часто, когда отряды гуннов, сделав набег, забрав пленных и ограбив римскую область, уходили назад, римские военачальники во Фракии и Иллирии решали напасть на них, и они, встретив в этом препятствии, должны были воздержаться, так как им предъявлялось письма императора Юстиниана, запрещавшее нападать на варваров, под предлогом того, что они являются для римлян нужными союзниками против готов или против каких-либо других врагов. Но тут речь идет о том, что поскольку Юстиниан старался натравливать одни гуннские династии на другие, с некоторыми из них он имел некоторые, скажем так, союзнические отношения, по крайней мере на бумаге. Ну и некоторые из них потом, когда все же осуществляли походы против Византии, или когда у византийских разных полководцев был удобный случай на них напасть, а они могли даже не сами нападать, а помогать каким-то другим антам или славянам нападать на византийцев. А византийцы потом туда идут и уже не знают, те на них нападали, не те. И вот византийцы там на кого-то хотят напасть, а эти такие могут: «Слышь, византиец, ты вообще кто тут? Ты вообще никто, ты какая-то местная вот эта вот шваль еле ползучая. А у меня тут, знаешь, есть грамота от самого вашего базилевса. Так что это, дай нам еще дани и иди себе на все четыре стороны». И вот тот местный какой-нибудь римский военачальник вполне себе мог такой сказать: «О, все, слушаюсь и повинуюсь. Хорошей вам жизни, счастья, здоровья. Слава нашему базилевсу. Вы молодцы, ребята, вы лучшие». А что ему еще оставалось, если все, у них договор с самим базилевсом, значит, даже если они нассут ему на голову, даже если они сожгут деревню, в которой будет там какая-нибудь его родная сестра или мать, или еще кто-нибудь, ему нужно терпеть, потому что это союзники Юстиниана в устроении в Гуннской империи постоянных усобиц, чтобы ни аварский, ни киевский, ни хазарский каганат, ни болгарская династия ни в коем случае не могли под своей властью собрать всю былую империю от силы. 23.6. А затем, несмотря на то, что большая часть Азии была опустошена медянами и сарацинами, а вся Европа была разграблена гуннами, славянами и антами,
что из городов одни были разрушены до основания, другие дочисто обобраны благодаря денежным контрибуциям. Несмотря на то, что варвары увели с собой в плен всех людей со всеми их достоянием, что вследствие чуть ли не ежедневных их набегов все области стали безлюдными и необрабатываемыми, несмотря на все это, он тем не менее не снял ни с кого налогов, исключая тех городов, которые были взяты приступом, да и то только на один год. Но опять Прокопушка критикует Юстиниана за то, что несмотря на то, какие в Византийской империи были разрушения, и что там куча было подохших, куча всяких других пораненных и вообще проблемных, Юстиниан со всех драл налоги. Юстиниан со всех драл налоги, но обрати внимание, как тут сказано. Тут сказано, что Азия, там получается сарацины, то есть арабы, и медяне, то есть персы. А Европа – это гунны, славяне и анты. Гунны, славяне и анты. То есть то, что делалось на Западе, там, где франки, там, где бургунды, готы, это как бы тут Юстинианом или Прокопием вообще не учитывается. Ну, или же в сравнении с мелкими какими-то готскими вот этими штуками, огромные славянские, гуннские или антские армии, конечно же, виделись чем-то чрезвычайно более мощным и более важным, чем какие-то вот эти разрозненные отдельные не пойми что. Ладно, или не ладно, но так или иначе. 23.8. И для этих людей, с которых он сложил такую смехотворную часть налогов, и для всех других, которым часто приходилось видеть в своих пределах войска медян, и, можно сказать, постоянно толпы гуннов и сарацин, ограбивших дотла земли Востока, когда и европейские варвары не в меньшей мере совершали всегда и повсеместно те же насилия над римлянами, для них этот император был злом более тяжелым, чем все варвары. Да-да, это все Прокопушка о своем Юстинианушке говорит. То есть, несмотря на все, что происходило, так сказать, извне по отношению к Византии, но то, что происходило там изнутри, то, что делал с Византией Юстиниан, делало его все равно более злобным злом, чем огромные воинства гуннов или других народов, которые бывали на ее территориях. Но важно отметить, что гунны всегда величественны, всегда мощны, многочисленны, ну, по крайней мере, из данных текстов Прокопия Кесарийского. Это было цитирование по переводу С.П. Кондратьева, по изданию «Прокопий. Тайная история. Вестник древней истории. Номер 4. В скобках 5. 1938 год».